подразделения азербайджанской армии вошли на территорию Кельбаджарского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана. Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район. Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск. В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Кельбаджара, говорится в сообщении. Напомним, что вооруженные силы Армении оккупировали Кельбаджарский район 2 апреля 1993 года. В результате 54 тысячи человек были изгнаны со своих родных земель, были убиты 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек взят в плен или пропал без вести, тысячи жителей получили ранения. В настоящее время более 71 тысячи уроженцев района размещены в других населенных пунктах Азербайджана как вынужденные переселенцы.